Сьогодні ми обговоримо свіженьку статтю газети Washington Post. Автори матеріалу впевнені, українська економіка має вкрай печальні перспективи. Давайте розбиратися, чому. Дійсно, перспективи поки достатньо, скажімо так, навіть не печальні, а не туманна. Рісуються в таких чорних і на серих тонах. Но это не повод для того, чтобы как бы, эти, эти перспективы вообще считать абсолютно негативными с точки зрения как бы, будущего нашей экономики. На самом деле, в любом кризисе всегда есть источник выхода из этого кризиса. То есть кризис сам по себе ⁇ это не только негативное явление в экономике, но это еще и источник или стимул для поиска очень быстрых и эффективных решений для создания креативных моделей развития экономики. То есть всегда нужно использовать кризис как возможности, потому что кризис это не только утрата чего-то, то, что было раньше, а иногда это утрата, говоря, неэффективные модели эко экономики, потому что кризис в период кризиса кризиса как раз отмирают наиболее неэффективные сегменты экономической системы, но кризис это всегда еще и поиск новых к креативных решений. В этом плане я вспоминаю слова Нобелевского ряда Дана Шехмана, который говорил во время визита в Киев о том, что в Израиле война вообще никогда не рассматривалась как такой, скажем так, апокалиптический сценарий, как у нас любят говорить, говорить когда все пропало. То есть в Израиле всегда война использовалась как механизм как раз поиска новых, более эффективных решений. То есть война всегда приводила к тому, что Израиль усиливал поиск креативных моделей развития, более инновационных, более эффективных. Поэтому так же, как армия, например, в Израиле рассматривается не просто как место, где собирают людей, они находятся в казармах, выполняют определенные достаточно однообразные действия, но в Израиле армия всегда рассматривалась как полигон которые генерируют инновации, где эти инновации проходят обкатку. Многие израильские бизнесмены, которые потом работали в системе израильских стартапов, израильских иннова... инновационных компаний, а тут нужно отметить, что израильский, израильская система инновационной экономики, такой израильский инновационный ландшафт, он является одним из самых эффективных в мире, уступая только... Кремниевой долине в США, так вот многие основатели этих компаний как раз начали путь развития инноваций, применения, адаптации как раз во время службы в израильской армии. Поэтому в этом плане нужно подходить к тому, что кризис это как определенная модель, которая выявляет слабые стороны и которая помогает искать сильные стороны. Здесь нужно как бы оттолкнуться от того, что а наша экономическая модель, которая была до войны, как, ну, она, понятно, сейчас кажется нам абсолютно такой, скажем так, идеалистической, потому что в условиях, когда <coughs> постоянное отключение электроэнергии и когда такой э, системный кризис, э, то в, э, по большому счету, люб, любая экономическая модель покажется хорошей по сравнению с тем, который у нас сейчас. Но э, мы должны признать, что та модель, э, экономическая модель развития, которая была у нас, э, так называемая рентная, сырьевая, Коррупционная модель экономики, она была неэффективна сама по себе. По большому счету, война просто нанесла и несколько очень серьезных а, таких пробоев, и в результате эта модель сейчас а, именно в своих самых неэффективных сегментах она отмирает. Но тут можно обратить внимание, что, например, наиболее устойчивым в этом кризисе, наиболее резистентными а, оказались представители малого и среднего бизнеса, а, третичный сектор экономики, в том числе сектор услуг, торговля и так далее. То есть, там, где. Скажем так, наибольшей концентрации креативных решений у нас сейчас. И мы видим, что именно этот сегмент экономики он максимально адаптируется к нынешним очень непростым условиям, в которых оказалась Украина. В то же время мы видим, что, например, олигархический сегмент экономики, там, где работали финансово промышленные группы, сегмент экономики, связанный с сырьевым экспортом, прежде всего аграрным, это как раз и есть та самая рентная модель. Вот как раз эти сегменты экономики оказались наименее подготовленными к нынешней ситуации и пострадали в наибольшей степени. То есть мы видим, что наиболее эффективное ядро украинской экономики в виде малого и среднего бизнеса выживает. А наиболее неэффективное в виде наших, как у нас любят называть их, украинских олигархов. Ну а так, если более научно, финансово промышленные групп и монополий, которые поглощали экономику. А этот цемент оказался менее эффективен или, скажем так, максимально неэффективен, можно так выразиться. И, соответственно, он отмирает сейчас в первую очередь. То есть украинские олигархи, они в этом плане теряют своеобразную экономическую кормовую базу. И после войны, я думаю, что мы окажемся в ситуации когда олигархическая модель экономики она просто исчезнет не потому что у нас наконец-то начали бороться с коррупцией или изменили систему политэкономических отношений в стране но она исчезнет потому что олигархов просто не будет этой большой кормовой базы в виде большого индустриального и инфраструктурного потенциала который еще достался украине после развала Советского Союза, соответственно, этот инфраструктурный потенциал, это индустриальное ядро, наши олигархи, которые скупили все эти активы за копейки в 90-е годы, амортизировали ускоренными темпами все 30 лет независимости, и сейчас фактически это индустриальное ядро, инфраструктурное ядро, оно разрушается, и олигархи остаются без вот привычной такой кормовой системы, на которой они черпали свои ресурсы. Поэтому Понятно, что мы находимся на, в точке экономического слома. Ну, уже выздоровление должно начаться с того, что мы должны признать неэффективность той модели, которая была до войны. То есть мы не должны ни в коей мере пытаться вернуться к статус-кво, которое было до войны в части экономических отношений, потому что они были неэффективные. Они могут казаться нам сейчас более-менее как бы, приемлемыми только на фоне вот, ужасающих условий войны. Но а, эта неэффективность она должна была рано или поздно исчезнуть. Мы видим, что в 2008 году украинская экономика падала глубже всех экономик мира практически в результате глобального финансового кризиса. Мы видели, что в 2014-2015 годах старая модель экономики она претерпевала серьезные изменения, но сумела все-таки перестроиться, найти новую ресурсную базу за счет укрепления вот этой коррупционной вертикали, сращивания бизнеса, большого бизнеса и власти. И фактически олигархи сумели отскочить в 2009 году, отскочить в 2014-2015 годах, а в основном отскочили за счет населения, за счет объединения населения, за счет интересов малого и среднего бизнеса. А, то есть первый шаг – это осознание неэффективности этой модели, а, потому что… или давайте начнем тогда с того момента, с которого у нас… Вместе, да. То есть в период кризиса 2008-2009 годов и 2014-2015 когда наша олигархическая модель и олигархи, условно говоря, отскочили за счет интересов малого и среднего бизнеса, за счет интересов населения, частично с помощью своеобразного экономического каннибализма, когда экономические активы населения и малого и среднего бизнеса, бизнеса сжигались в огне этих кризисов в интересах олигархической системы, для того, чтобы дать вот этот огонь, эту энергию, энергию от этого огня, дать в олигархический сегмент экономики и позволить ему амортизировать кризис и устоять. Сейчас ситуация, я думаю, скорее всего, не повторится. То есть уже нечего каннибализировать, скажем так, у населения малого и среднего бизнеса не осталось таких серьезных активов и ресурсов внутренних, чтобы, например, с помощью банкопата, как было в 2014-2015 годах, можно было провести вторичное перераспределение капитала и усилить олигархическую систему. Сейчас вот экономического пространства для такого каннибализма не осталось, поэтому, скорее всего, олигархическая модель постепенно будет, ну, скажем так, переходить в состояние аннигиляции, да, то есть такого самоустранения вследствие отсутствия, как я уже сказал, экономической кормовой базы. Теперь, что касается перспектив на 2023 год. Здесь, опять же, есть несколько сценариев. Прежде всего, это сценарий связан с тем, что... Ну, естественно, любой экономический сценарий связан с динамикой военных действий. Но здесь вот мы уже как бы... Первый шаг, о котором мы говорили, это осознание неэффективности предыдущей довоенной модели. Второй шаг – это понимание того, что даже в условиях войны экономика может расти. Вот, казалось бы, такой парадокс. Но есть очень интересные аналитические исследования, которые показывают, как вели себя экономики в условиях войны, причем именно таких серьезных войн. В основном эти исследования касались Второй мировой войны. И как показали данные этих исследований, экономика, например, Соединенных Штатов Америки в период Второй мировой войны росла. Экономика Великобритании незначительно, но выросла. И даже экономика Советского Союза практически вышла в ноль с точки зрения падения роста. То есть до 1943 -го года экономика Советского Союза падала, в 1944-1945 начался рост и частичная компенсация этих потерь. То есть многие страны в условиях войны они обеспечили либо экономическую стабильность, это когда не было ни роста, ни падения, либо обеспечили экономический рост за счет применения так называемой модели военного кинсианства то есть максимальное участие государства. Часто называют военная экономика, но это больше к командно-административным форматам стран можно отнести. Я бы называл эту модель моделью мобилизационной экономики, то есть когда сохраняются рыночные отношения, как это было в США, в Великобритании, но при этом государство играет роль такого своеобразного дирижера этого экономического оркестра и концентрируют основные экономические ресурсы для достижения там, глобальной стратегической цели, это победа в войне. Но при этом там, механизмы конкуренции, инновационных и креативных решений, которые генерируются в бизнесе, механизм частная инициатива, это все как бы сохраняется, более того поддерживается и создаются максимальные условия. У нас, к сожалению, пока с точки зрения экономических моделей не применяется ни военная экономика, ни мобилизационная экономика. Государство фактически, оно, ну, в экономи... с точки зрения экономической политики, мы в данном случае говорим о решениях некоторых наших профильных министерств, правительства. К сожалению, пока эти решения не приводят к появлению какой-то серьезной системной модели. То есть принимаются некоторые решения, которые там, попытка льготного кредитования, частичного трудоустройства, армии восстановления, так называемая армии восстановления, когда на минимальную зарплату привлекаются безработные для какого-то низкоквалифицированного труда, там, по, разбору, по разбору завалов и так далее. Но все это решение, или, например, механизм Е работы, то есть выплата определенных государственных грантов на начало бизнеса, Но все эти модели, к сожалению, не приводят к эффекту мультипликатора экономического. То есть когда одна гривна государственных денег, она приводит, к росту ВВП там, на 3, 4, на 5 гривен, а соответственно отсюда идет рост поступлений а, налогов в бюджет, ну, потому что а, так это работает кругообращение денег в экономической системе. Сначала инвестиции, потом экономический рост, а уже оттуда идут налоговые поступления, а не наоборот, как у нас многие а, чиновники думают, что сначала налоги, а потом а, все остальное. Поэтому в условиях войны, естественно, ни население, ни бизнес инвестировать в экономику денег не будут, не будут. Поэтому мы сейчас столкнулись с двумя мощнейшими внешними шоками. Первый шок начался весной 2022 года. Это шок сокращения инвестиционных расходов бизнеса. То есть мы имеем катастрофическое падение капитальных инвестиций, вау накопления основного капитала. То есть бизнес прекратил реализацию инвестиционных проектов. В Украине это понятно, вследствие того, что горизонт планирования сейчас в Украине составляет от нескольких недель до нескольких месяцев, ну и плюс колоссальные риски, связанные с войной. Второй шок начал разворачиваться с лета, это шок сокращения потребительских расходов. Связан он с тем, что, ну, во-первых, мы потеряли примерно 6-7 миллионов потребителей, Которые стали беженцами и уехали за границу. Соответственно, это минус из нашего внутреннего рынка, нашего внутреннего путежеспособного спроса. Второй очень важный момент во время войны даже те люди, у которых есть деньги, которые продолжают работать, получают зарплату, но у своих войны есть, резко увеличивается предельная склонность к накоплению. То есть люди пытаются сформировать какие-то резервы на какую-то критическую ситуацию, которая может во время войны произойти в любой момент. Ну, а, естественно, огромное количество людей оказались вообще без денег. У них нет даже возможности не то, что накапливать, а даже покрывать текущие расходы. Это, то есть внутренний платежеспособный спрос, колоссальное, произошло колоссальное сжатие внутреннего платежеспособного спроса. Это второй шок после сокращения инвестиционных расходов бизнеса. Единственное, что сейчас спасало нашу экономику, это высокие государственные расходы. Mm -hmm. Это единственный кит, на котором держался вот этот экономическая черепаха, да, назовем ее так, а, потому что два остальных кита, они как бы либо утонули, либо уплыли. Теперь в 2023 году мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда и третий кит, на котором держится наша экономическая система, он может исчезнуть, потому что а, сейчас звучат различные фразы о том, что Национальный банк не будет имитировать, а, то есть проводить эмиссию. Для покрытия государственного, дефицита государственного бюджета правительство говорит о сокращении государственных расходах, расходов, о бюджетно-налоговой бюджетно консолидации, то есть это обрезание всего лишнего и сокращение бюджет, бюджет, бюджетного дефицита. То есть мы можем столкнуться к тому, что государство резко сократит свои расходы, и, соответственно, вот этот третий источник, который еще поддерживает экономику, он может исчезнуть. Вот этого ни, ни в коем мере нельзя допустить. Более того, в 2023 году у нас есть только один шанс удержаться на полу. Ну, понятно, что наряду с внешней экономической помощью, которая является сейчас ключевым таким якорем, который заикарил нашу экономику от полного от полного, от полного разрушения и от, от серьезных необратимых последствий. Но кроме внешней помощи, мы должны понимать, что как бы нельзя все время рассчитывать на внешние рычаг поддержки, нужно создавать эти внутренние экономические рычаги. Соответственно, государство ни в коей мере не должно сокращать свои расходы, наоборот, оно должно их усиливать в рамках так называемой мобилизационной экономики. Должны запускаться государственные грантовые программы, государственные заказы, причем они должны идти максимально в сегмент малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес должен получить максимально простой доступ к системе государственных заказов, потому что нынешняя система прозора в этом плане не работает. А если работает, то неэффективно. То есть нужно создавать отдельную платформу именно для малого и среднего бизнеса, для того, чтобы максимально интегрировать мелких предпринимателей в структуру государственного заказа и максимально размещать все, что нужно делать для армии, для экономики среди предпринимателей. Государство должно гарантировать, ну, внедрять государственную систему гарантий заказов для предприятий, которые работают в районах повышенного военного риска. Потому что, например, тот же Харьков, мегаполис с населением почти миллион человек, нужно сохранять экономическую активность. Бизнес в условиях, который сейчас в Харькове, эту экономическую активность сохранять как бы не может. Поэтому государство должно внедрять механизмы государственной гарантии заказов, например, на тех же на пищевых предприятиях, для того, чтобы продукция, которая производится на этих заводах, на предприятиях, те же продукты питания можно было потом местному населению раздавать в виде гуманитарной помощи. И таким образом решаются сразу две задачи и социальная помощь и населению, и, соответственно, государственная гарантия заказов, работа предприятий, работа бизнеса, занятость местного населения. Плюс государственная гарантия работы, но не в, так, как сейчас, там, в несколько тысяч человек. А это должны быть системные программы, которые должны, прежде всего, должны, эти программы должны реализовываться в координации между волонтерским движением и государством. То есть государство должно совместно с волонтерами создавать большие такие сегменты занятости для населения, в социальной сфере, в сфере военного снабжения, логистики и так далее. И а, работу этих а, людей, которые будут заняты в этой а, в сфере, в сопряженной с волонтерами, эту работу государство должно оплачивать. То есть это должна быть государственная гарантия работы с гарантией оплаты на уровне там, минимальной зарплаты и выше. Но это мы говорим о тех механизмах, которые нужно делать, но которые пока а, неизвестно, будут ли осуществляться. А, то есть первый, самый главный момент, на который следует обратить внимание, это то, что экономическая ситуация будет коррелировать с военной. Поэтому в случае затягивания, ну, скажем так, более длительных, длительного течения войны, если война затянется и на 2023 год, основной риск, который будет связан, это, естественно, массовая безработица, то есть утрата рабочих мест. Я думаю, что, скорее всего, скрытая безработица превысит 50%. Остальные 50%, которые будут продолжать работать, они столкнутся с, либо с сокращением зарплаты, либо с неполным рабочим днем, простоями и так далее. То есть, ну, в любом случае, это будет падение трудовых доходов. А уровень бедности может вырасти до 30-40%. Это мы говорим, да, скажем так, о, о, о такой абсолютной бедности, когда не хватает денег на удовлетворение даже минимальных физиологических потребностей. Кроме того, очень важный момент связан с энергоемкостью ВВП и энергетической бедностью населения, потому что разрушение энергетической инфраструктуры для Украины, прежде всего, это резкое падение энергоемкости ВВП. Соответственно, падение энергоемкости ВВП это становится тем якорем, который будет сдерживать любое экономическое восстановление. Потому что без энергии, без энергетических ресурсов экономическое восстановление невозможно. И низкая энергоемкость ВВП она станет фактором продолжения экономического падения. То есть, если на 30-40% ВВП в 2022 году упадет, то Вследствие энергетической бедности от ВВП может упасть еще на 10-15%, ну от 5 до 15, скажем так, процентов может упасть и в 2023 году. Плюс энергетическая бедность населения – это то, что будет вымывать человеческий капитал, усиливать миграционные потоки, потоки беженцев и, и так далее. Поэтому ну, только экстраординарные меры государственного вмешательства в экономику в 2023 году могут амортизировать, не устранить, а лишь амортизировать, ну хотя бы амортизировать этот кризис. Потому что если не постелить вот ту самую соломку под падение экономики, то экономика может разбиться об этот бетонный пол военной реальности. Ну и второй вариант это если завершение войны. Здесь опять же могут быть несколько подвариантов. Это завершение войны в начале 2023 года, тогда мы переходим к модели послевоенного восстановления, насколько она эффективна. Или второй подвариант это, например, полгода продолжения войны, и потом полгода опять же, после военного восстановления. В данном случае я бы не связывал какие-то радужные надежды с внешней помощью, планом маршала, репатриациями и так далее. Я думаю, что деньги Украине, если будут давать, то только на восстановление критической инфраструктуры, для того, чтобы просто обеспечить некий социальный стандарт для населения, чтобы не было дальше беженцев в ту же Европу. Поэтому, опять же, внутренние ресурсы в значительной мере нам придется находиться мимо. Самое главное, мы должны э, перезагрузить экономическую модель. Потому что если мы попытаемся восстановить ту самую рентную коррупционную модель экономики, ну, естественно, под это никто, во-первых, не даст деньги, а, во-вторых, в этом как бы нет особого и смысла. Поэтому э, самый главный дискурс, который нас ждет после войны, это эко модель экономического восстановления. Условно говоря, это борьба между планом, ну, так национальным планом Маршала и национальным планом Маргентау. Напомню, что план Маргентау предполагал что после Германия будет э, аграрной страной, а план Маршала предполагал эту модернизацию и как бы промышленное развитие Германии. Ну, скажем так, не сам план Маршалла, как те действия, которые предпринимало немецкое правительство в виде э, в лице Людвига Эрхарда, его как бы, экономического советника э, э, Мюллера Армака, э, Альфреда Мюллера Армака, э, в, в, в контексте разработки и модели ариинского капитализма, модели социальной рыночной экономики, экономики всеобщих доходов или так называемых медианных доходов. То есть в данном случае у нас тоже будет своеобразная борьба от этих двух планов. Нам будут навязывать с одной стороны возврат вот к ресурсной, сырьевой, аграрной модели, а с другой стороны мы должны проявить политическую волю, свою политическую субъектность для того, чтобы все-таки сформировать амбициозный план прежде всего индустриального восстановления а потом и инновационного развития экономики поэтому мало мало выиграть войну нужно еще выиграть мир вот вы, победа в победа в, в битве за мир так называемая да это будет победа в реализации суверенной модели после, после военного экономического восстановления ну и как бы в завершении сегодняшней нашей встречи вот хотел рассказать вам о такой книге. В принципе, в дальнейших своих блогах я планирую такую, как бы, книжную страничку. «Фридрих Лист. Национальная система политической экономии». Это книга, которая являлась настольной книгой многих реформаторов, которые добились в различных странах блестящих успехов. Ну достаточно сказать, что в Южной Корее Экономич... Штаб экономической модернизации и реконструкции лидера Южной Кореи Пак Чун Хи, который создал корейское экономическое чудо, они читали как раз Фридриха Листа, а не Адама Смита. Эту, эта же книга стала настольной книгой японских реформаторов, которые стали авторами японского экономического чуда. Читали ее в других странах. Можно сказать, что, например, многие экономические идеи Фридриха Листа были заложены в нынешнем экономическом могуществе Соединенных Штатов Америки, потому что Фридрих Лист некоторое время жил в США, хотя он сам является немцем по происхождению. И Фридрих Лист, его идеи были заложены также и в немецкое экономическое чудо, то есть многие немецкие экономисты использовали его модели. Часто всю модель Фридриха Листа сводят к системе государственного протекционизма экспортно-импортных пошлин, но это абсолютно не так. Он очень глубоко рассматривает проблемы становления различных стран. Ключевое, ключевая идея, которую вот можно почерпнуть из этой книги, это то, что экономический успех таких стран, как Япония, Южная Корея, Германия, США – Сингапур, Китай и многие другие, те экономические чуда, которые возникли во времена Фридриха Листа после, после уже его жизни, которые мы наблюдаем сейчас, они все не являются чем-то уникальным и чем-то особенным, связанным с исключительно чертами там, национального характера японцев или корейцев. На самом деле, как доказывает Фридрих Лист, все эти экономические модели можно повторить. Вот а, ключевое условие. Все их можно повторить и все, и все их можно масштабировать. То есть, условно говоря, эти модели, а, это очень два важных таких замечания. То есть, повторить это значит, условно говоря, и Украина может пройти этот путь. А, невзирая на то, что нам часто говорят, что украинцы не такие якобы трудолюбивые, например, как японцы и так далее. А, в этом плане я всегда вспоминаю одного японского автора, которого читал, а, который описывал корейцев как очень ленивый народ, который склонен к пьянству и азартным играм. И эта фраза была написана японским автором во время колониальной зависимости Кореи от Японии, еще до Второй мировой войны. Ну и как мы потом увидели, после Второй мировой войны корейцы продемонстрировали чудеса трудолюбия, и полностью проверили эти слова. Что еще раз говорит о том, что когда у нации есть четкая цель своего развития, и более того, движение к этой цели приносит плоды в виде роста благосостояния каждого участника этого процесса, то есть каждого гражданина, то все нации становятся трудолюбивыми и достигают определенных успехов. То есть первый, первый урок – это Украина может пойти по этому пути, то есть это, эта модель повторима. Второе, она, она, можно, она может быть масштабирована, потому что нам часто говорят о том, что вот Украина не может применять такие модели, как, например, США, потому что сравните там, ВВП США и ВВП Украины. То есть масштабирование оно работает как в сторону уменьшения масштаба, так и в сторону увеличения масштаба. Таким образом, рецепты, которые сработали в США, они могут работать и в Украине. В этом плане интересно Фридрих Лист описывает, ну, он часто, так скажем, критиковал работы Адама Смита. И вот он вспоминает, что Адам Смит в одной из своих статей написал о том, что Адам Смит, это, напомню, так скажем, его работа – это катехизис современных неолибералов. Так вот, Фридрих Хрис вспоминает, что в одной из работ Адам Смит написал, что США, вот тогда это назвали североамериканские, североамериканские колонии, североамериканские территории, в зависимости от того, в какое время это звучали эти э, фразы. Так вот, э, 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 так вот э, фраза Адама Смита заключалась в том, что э, э, североамериканские территории они максимально приспособлены исключительно к ведению сельского хозяйства, точно так же, как и Польша. То есть для э, нынешних США и для нынешней Польши неолиберальная модель Адама Смита оставляла исключительно аграрный вектор развития. Ну, как мы видим, что нынешняя США это экономика номер один в мире. Ну, даже тут я не буду никаких эпитетов применять, потому что все понимают вообще, насколько это высокоразвитая экономическая система. И Польша это далеко уже не аграрная страна, а страна, в которой создали эффективное промышленное ядро, где развиваются инновации, создаются и адаптируются высокие технологии. Поэтому это, кстати, я красочный пример того, как вот иногда некоторым странам пытаются прилепить определенные Ярлыки в виде заданных векторов развития. Точно так же, как в Украине пытались прилепить ярлык Великой Аграрной Державы. Вот точно так же, когда Адам Смит пытался к США прилепить ярлык Великой Аграрной Державы. Точно так же, как и к Польше. Ну и как видим, пророчества Адама Смита в отношении США и Польши не сбылись. Я думаю, что не сбудутся эти пророчества других уже экономистов и политиков, которые называли Украину великой аграрной державой, думаю, что эти пророчества не сбудутся. И Украина станет не великой аграрной державой, а великой экономической державой с высокоразвитой инновационной экономикой, с, с высокоразвитым внутренним индустриальным ядром, с развитой промышленностью, энергетикой, транспортом и другими передовыми отраслями экономики которые будут адаптированы уже к новому как бы шестому технологическому укладу. Ну и э, очень важно еще, опять же, вспоминая книгу Фридриха Листа, сказать о том, что здесь описывает, что практически все страны, которые проповедовали неолиберальные модели, в том числе модели свободной торговли, начинали с жесткого протекционизма. В частности, Великобритания, когда все, которая в 20 веке стала столпом и по, по, основным пропагандистом идей свободной торговли, а и британские экономисты считались там наиболее такие, скажем так, неолиберальные в части своих воззрений. Так вот, Британия в XVIII, XVII, XVIII, XIX веках проводила жесткую протекционистскую политику, например, запрещая строить любые фабрики, любые заводы на территории США, Знаменитая фраза одного британского политика, что американцы не имеют права производить даже гвозди для подков, которыми они подковывают своих лошадей, что все, вся промышленная продукция должна идти в колонии из метрополии, то есть из Великобритании, а из колонии в метрополию должна идти сырье. Это шерсть, хлопок, сахар, зерно и так далее. То есть с колониям отводилась исключительно сырьевая специализация, метрополии, как бы развитие промышленности. В частности, точно так же там, появление первой фетровой шляпной фабрики в, Массачус... в Массачусетсе вызвало колоссальный взрыв негодования английских законодатели, которые считали, что эта фабрика имела право появиться только в Великобритании. Это тоже описывает Фридрих Лист в этой книге. И говорит о том, что пытаться соревноваться с такими странами без применения внутренних политик протекционизма – это все равно, что маленького ребенка выводить в ринг против взрослого боксера. То есть понятно, что страна, которая там 200-300 лет занималась протекционизмом, получила конкурентные преимущества и теперь ратуют за либеральные модели экономики, либеральную торговлю, ясно, что эта страна в этом ринге за одну секунду нокаутирует этого ребенка в виде страны, которая только-только начинает путь своего экономического развития и которая, вместо того, чтобы с помощью протекционизма нарастить мышцы, приобрести опыта, сразу же выходит в либеральный ринг и пытается в рамках свободной торговли конкурировать с уже сформировавшимися, скажем так, экономическими монстрами. Поэтому Фридрих Лис пишет, что внешнюю конкуренцию конкуренцию, можно, то есть конкуренцию со стороны товаров других стран можно допускать на внутренний рынок только для перераспределения роста внутреннего потребления. То есть, условно говоря, есть некая константа, внутреннего потребления, она должна удовлетворяться за счет, прежде всего, национальных производителей товаров и услуг. А вот прирост этого внутреннего потребления, этот прирост уже можно удовлетворять за счет допуска внешней конкуренции со стороны торговых, внешних торговых партнеров, что как бы дает определенный здоровый импульс развития национальной экономики, вносит внутреннюю конкуренцию, внутреннее совершенствование, дает стимул для Конкурентной борьбы и как бы держит внутренних производителей в определенном э, тонусе. Поэтому Фридрих Лис тоже описывает, что и Германию, кстати говоря, хотели превратить в свое время в аграрную страну. Аградная страна, это по определению Фридриха Риса, это человек с одной рукой. Да? То есть, когда у него есть аграрный сектор, но нет промышленности. Поэтому, скажем так, не, не пересказывая всю книгу, советую ее прочитать. И а, почему я именно эту книгу решил упомянуть сегодня? Потому что как раз после военного восстановления Украины, оно будет зависеть, зависеть от того, насколько мы сможем сформировать свою суверенную, эффективную экономическую модель насколько мы сможем ее отстоять в дискуссии с нашими западными партнерами, от этого будет зависеть не только сумеем ли мы победить в войне, но от этого прежде всего зависит, сможем ли мы выиграть мир. Спасибо за внимание, буду рад видеть вас в своих следующих блогах.